С чего начинается родина? В нашем случае малая. Ответ на риторический вопрос, навеянный известной советской песней и масштабным марафоном. С чего начинается родина? Съемочная группа канала колесит по городам и весям страны третий год. Команда режиссеров, постановщиков и сценографов путешествует по стране, чтобы разгадать именно эту загадку. Бобруйск привлекает не только туристов со всего мира, но и различные средства массовой информации. Вот, например, телеканал ОНТ решил, что без нашего города никак не обойтись в своем новом проекте, посвященному году малой родины. Знакомство с Бобруйском началось с легендарной социалки. Каждый уважаемый себя горожанин считает своим долгом совершить променад по известной пешеходке. Главным экскурсоводом на права хозяина города выступил Александр Студнев, личного дел автора и ведущую проекта Ольгу Сулимову. Прогулка продолжалась и в старом городе, и в современной промзоне. Мы пытались создать такой проект, где мы бы показывали, как изменились вообще районы, что это не то, что было раньше. Что сейчас район – это полноценный... Что это полноценная среда, где можно работать, где можно жить, которая обустроена, где есть современное производство и технологии. Вслед за Белшиной Бобруйская крепость. Все карты, впрочем, у строителей проекта раскрывать не стали. Телеверсия уже в эту субботу в вечернем эфире ОНТ. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.